Всем привет! Сегодня приготовим десерты в стаканчиках с черешней. Называется такой десерт трайфл, и готовится он очень просто. Идеальный вариант для новичков, здесь не нужно бояться, что что-то потечет. Получается он всегда вкусным и эффектно выглядит. Для начала приготовим шоколадный бисквит на кипятке, смешиваем молоко, яйцо и растительное масло. Затем всыпаем сахар, просеиваем муку с какао и добавляем разрыхлитель. Смешиваем все ингредиенты простым венчиком либо миксером и в самом конце вливаем крутой кипяток. Снова перемешиваем и выливаем в форму диаметром 16 см. Я использую раздвижное кольцо и дно обернула фольгой. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 15 минут до сухой шпажки. Такой бисквит я использую очень часто, он не требует пропитки, получается влажный и очень шоколадный. Нарезаем его на мелкие кубики, можно вовсе измельчить в крошку, либо вырезать кружки по форме стакана. Для крема взбиваем холодные сливки жирностью не менее 33%. Сюда же добавляем сахарную пудру по вкусу, у меня это примерно 3 небольших ложки. Теперь заполняем стаканчики, чередуем бисквит, крем и свежую черешню. Чередовать можно в абсолютно в любом порядке, как вам больше нравится. Для того, чтобы приготовить трайфл с другим вкусом, нужно просто взять рецепт торта и адаптировать его по количеству ингредиентов под количество стаканчиков. В описании под видео я оставлю количество ингредиентов, которые необходимо на 5 стаканчиков. Для того, чтобы десерт выглядел аккуратно, сверху выравниваем крем и украшаем. Вот и все, такой десерт можно приготовить примерно за час. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита!